хочу разговоры вести. То есть мы хочу вести наши кнопочки. То есть эта кнопочка должна быть всегда в таком положении, чтобы он шел бы тут. Он поэтому не пошла. А вы не пошла сюда. Это сюда. Это то есть направо. Так вот. Рычаг задачу пока. Это у нас тоже задача пока. Если чего. Это у нас тоже задача пока. Включает замечательно. То же самое, как и это. То же самое и вот это. Это уже за подачу тока. И это чемпати. Что самое. Главное у нас это. Самое-самое главное рычаг вот такой. Даже в таком положении здесь. За подачу тока. То есть сюда. В эту сторону. Ой, тут у нас. Но все равно, когда ракетка идет в эту сторону, выступает в эту путь, вот сюда, и он открывается автоматически. Даже если у нас выключено. Вот. То есть кнопка. Ой. Да, если датчиком активирует. А фишка в том, что если выключить это, то есть никуда дальше уже не попадет, даже если на рычаг поставить вот сюда. Опа. Это что? Нифига. Так. Это рычаг, в общем, не рычаг, а с датчиком активирует и это. Понятненько. Это вот, ладно, включаем.